Говорят, что хороших людей больше, чем плохих, просто они плохо организованы. И вот благотворительные фонды как раз помогают людям сорганизоваться. Они служат агентами позитивных изменений и дополняют усилия государства энергией общества. Без фондов было бы очень тяжело. Было бы трудно наладить связь между двумя мирами. Миром тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов ее оказать. Вот и наш фонд работает таким проводником между миром слепоглухих и миром зрячеслышащих.